got a real tiger, man. Матерь Божья, где же ты это все достал? Хранил на всякий пожарный. Нравится? Еще бы. Вычищение. Не волнуйся, Томми, я прикрою тебя. Сюда.
Эй, вы, жалкие ублюдки! Мой прекрасный дом! Посмотри, что ты с ними сделал! Это тебе за моего брата! Я доверял тебе, Томми! Я бы заставил тебя! Скажите спокойной ночи, мистер Диас! Ох, нам надо это преодолеть. Оно должно выглядеть старее. Мне это не нравится. Томми, что скажешь? Если мы посмотрим в бар... Вы мой адвокат, Розенберг, а не мой дизайнер, понятно? Послушайте, пришло время взять этот город. Тут все ждет нас. Нам надо начать захват территории. Пусть Вайс-Сити знает, что мы новые игроки в городе, понятно? Что тебе надо, Томми? Это законность, недвижимость. Это не помешает. Нам надо пользоваться силой, иначе вся работа пропадет. Местные дельцы знают, что Диас мертв. И они не хотят платить за крышу. Ох, попробуем взятки. Взятки? Взятки! Я их так застращаю. Я вернусь через 5 минут. Мой дом разрушен! Версети, запомни это имя! Разрушен! Я плачу за защиту! Теперь я хозяин города! Я! Thank you.
I met him on the street last week. Respond to a 1071 Northwest Pike Point. There is a 1071 Northwest Pike Point. Respond on foot. Моя прекрасная витрина. Сынок, у меня для тебя сюрприз. Я сейчас записываюсь с некоторыми ведущими артистами. Почему бы тебе не зайти к нам? Подумай об этом. Увидимся. Узнал меня, Томми? Привет, Сони. Да, это я, Сони, твой старый друг. Ты мне не пишешь, и ты мне не звонишь. Больше не хочешь дружить со мной? Я занят, навожу порядок в своих делах. Ты же не поможешь мне в этом, Сони? Ну, извини, я забыл, что ты всегда занят. Занят убийством нарковоронов, захватом власти. Не забывай о нас, Томми, потому что смею тебя уверить, что я не забываю о тебе. Thank you.
Обстоятельства принудили к быстрому размещению, Амиго. Что за проблема? Эх, французы хотят вернуть свою ракетную технологию, а после этого последнего инцидента, я думаю, пришло время найти более безопасную гавань. Не будет ли безопаснее летать? Я бы умер, не достигнув проверки. Кроме того, мне надо вывести мой товар из страны. Вам нужен еще один пистолет? Вы, друг мой, стоите 10 пистолетов.